Всем привет! Сегодня я вам покажу, как сделать из зажигалки паяльник. Приступим. Для этого нам понадобится зажигалка, медная проволока, обычная проволока, ну или чем потом мы прикрутим это все до зажигалки, и гвоздь, чтобы сделать основу жала паяльника. Значит, берем мы гвоздь и проволоку. Проволоку наматываем на гвоздь. Вот таким вот образом. Так, есть. Сделали вот. Намотали. Теперь снимаем гвоздь. Гвоздь нам больше не нужен. Теперь одну сторону мы загибаем сюда, а вторую сторону мы загибаем сюда. Вот, должна получиться у нас такая штука. Так, теперь берем ее, немножко растягиваем. Совсем чуть-чуть. Вот, растянули. Теперь берем другую проволоку. Берем зажигалку. И вот, чтобы вот так вот получилось, чуть-чуть поправим. Вот. И теперь этой проволокой приматываем вот сюда. Есть. Наш паяльник готов. Теперь последний штрих. Делаем паяльное жало. То есть откусываем под углом. Там было бы еще неплохо напильничком доработать. Вот такой у нас паяльник. Показывать, как паять, не буду, поскольку попробуйте, проверите. Ну все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Валентин. Всем пока.